Наша героиня – обновление популярной линейки, улучшенная версия прошлогодней модели и просто отличный бюджетный смартфон. Acer Liquid Express E320 типичен по техническим характеристикам эконом-телефоном и оригинален, как любое технологическое детище современности. Все отличия и сходства с конкурентами средней ценовой категории далее в обзоре. В комплектацию входит аккумулятор, зарядное устройство, кабель, гарнитура, чехол, карта microSD на 2 ГБ с переходником, ПО по навигации и документация. По дизайну Express несомненно перекликается с предшественницей Acer Liquid Mini. Похожие обтекаемыми формами, скругленные зеркальные торцы и практичные материалы. Но эта новинка более солидна и серьезна. Во-первых, увеличились габариты и вес. Телефон ощутимо тяжелит руку, но все в меру, все комфортно. Во-вторых, разительно поменялось цветовое оформление. Теперь это спокойные приглушенные оттенки. Сливово-коричневый, дымчато-черный и серебристо-серый. Материалы – очевидный пластик, матовый и немаркий. Телефон отменно сложен. И хорошее качество сборки здесь не для красного словца. Задняя крышка настолько сложно снимается и настолько плотно прилегает к корпусу, что к новинке так и просится определение «монолит». На размеры смартфона повлияло увеличение TFT-экрана до 3,5 дюймов с прежним разрешением 320 на 480 точек. Эта диагональ характерна для всех середнячков. Фронтальная часть полностью черная и глянцевая. Над дисплеем динамики, индикатор и датчики, под ним теперь три сенсорные клавиши, домой, назад и функции. Края передней панели ощутимо выделяются, и оправданность такого решения весьма сомнительна. На правом боку только регулировка громкости, отдельная кнопка камеры ушла в небытие, а жаль. Сверху клавиша блокировки и выключения, разъем для гарнитуры, снизу микрофон и micro-USB порт, сзади объектив камеры, светодиодная вспышка и динамик. Оба элемента оригинально оформлены и отлично стилистически дополняют внешний вид устройства. Новинка работает на процессоре младшего брата Qualcomm MSM7227, но с увеличенной частотой 800 МГц. Оперативной памяти здесь 512 МБ и столько же для хранения. Последнюю можно расширить картами памяти до 32 ГБ. Видеоускоритель Adreno 200 помогает телефону быстрее справляться с задачами. Из коммуникаций здесь полный набор: 3G, GPS, Wi-Fi BGN, Bluetooth 2.1 с поддержкой EDR, EA2DP и чип NFS. Последний пока доступен лишь для Америки. Литий-ионная батарея в 1300 мАч обещает проработать до 8 часов в режиме разговора и до 384 часов в режиме ожидания. Камера в 5 мегапикселей снимает соизмеримо своей ценовой политике, то есть средняя. Автофокуса нет, но есть геотеги. Видео аппарат записывает с разрешением 720 на 480 пикселей. Телефон работает на версии Android 2.3.4. Расположение элементов логически продумано и удобно. Фирменная оболочка UI не столь примечательна, как у других производителей. Из интересных деталей стоит отметить оригинальную разблокировку экрана с активными пропущенными вызовами и новыми сообщениями. Надо потянуть дисплей за уголок, и он слетает словно листок под дуновением ветра. По этому блоку сразу угадываются все телефоны Acer. У новинки есть 5 рабочих столов. Они оформляются по вашему усмотрению виджетами, иконками и другими элементами. В верхней части экрана находится сервисная строка с важной информацией о зарядке, сигналах и прочими данными. Всплывающее меню поможет отрегулировать некоторые из них. Внизу экрана 4 ярлыка самых востребованных программ. Тянем ее вверх и открываем. Из приложений примечательны Social Jogger, объединяющий аккаунты Facebook и Twitter, лицензионный Navitel версии 3.5, Acer Media, который отображает изображения, видеоролики и музыку, а также программа Barcode Scanner для считывания штрих-кодов товара с помощью камеры и предоставления о нем информации из интернета. Вы хотите новый телефон, и 90% времени вы будете звонить и лишь изредка заглядывать в интернет и слушать музыку, но при этом вы не исключаете весь современный функционал смартфона.
Вот он, яркий представитель для класса среднестатистического мобильного пользователя. Главный козырь в рукаве Acer Liquid Express E320 – стильная и добротная внешность. Она-то, несомненно, выделит эту новинку среди конкурентов.